Всем привет! Вы на телеканале ТКВК ТВ. И сегодня я открываю вот такие киндер-сюрпризы. Шоколадные яйца. У меня тут две серии. Первая серия. Холодное сердце и другие игрушки. И другая серия. Маша и медведь и другие игрушки. Давайте открывать. Сперва я начну вот это яйцо под названием «Холодное сердце». Я люблю еще так делать, но сейчас я вам покажу. Я сейчас буду открывать яйцо. Вот так вот. Так. Разламываем шоколад. Вот так вот разламываем шоколад. И нам попалась не коллекционная игрушка. Видно по капсуле. Ой, шоколад так много. Так, вот у нас какая-то там игрушка. Но это уже явно, что она не коллекционная у нас будет. Так. И что нам попалось? И нам попался такой карандаш. Сейчас вам покажу. Сейчас вам достану. Вот, смотрите. Это такой карандаш на колесах. Вот. Тут инструкция, как собирать вот этот вот карандаш чудесный. Вот он. Видите, вот так вот. Сейчас я его достану быстренько. Вот и наш карандаш, вот такой, как еще фломастер такой, вот как бы. Вот он тут, может рисовать, сейчас покажу, вот, вот. Вот. А вот это как бы у нас тут одно колесо. У меня попадалась еще другая игрушка, там было чуть-чуть по-другому, почему-то странно сделано. Ну вот так вот, сейчас вам покажу, вот так вот. Сейчас колесо надо пониже опустить и вот так вот проезжается и вот видите рисует. Очень хорошая игрушка, мне такие нравятся. Давайте посмотрим, что вот в этом яйце. Маша и медведь, напоминаю. Сейчас я так сделаю, так удобно. Сейчас мне в Маше и медведь еще ни разу не попалась коллекционная игрушка. Посмотрим, что повезет ли мне сегодня, или попадется опять другая игрушка. И мне попалась коллекционная. Вау, это здорово! Интересно, кто же там будет? И мне попалась Маша, как раз героиня вот из этого мультфильма Маша. Она вот как-то вот как будто на коньках вот так вот катается. Давайте же посмотрим скорее, что тут у нас. Ой, тут еще у нас как наклеечки какие-то. Вот посмотрите, я что-то такого никогда не видела. Какие-то наклеечки странные. Я такое не видела. Давайте посмотрим, что же у нас тут на инструкции такое. Так, ну вот и наша коллекция, вот наша Маша. В коллекции есть два мишки. Вот его там подружка мишки, вот этот медвежонок, пингвиненок, белка и две Маши. Так, а, я поняла, тут она может... Вот, смотрите, надо вот у этих вот прекрасных фотографий вот так голову проломать. И вставить голову Маши. А посмотрите, хорошо, вот, смотрите. И Маша, как будто она вот со снежками. Если тут проломать голову, получится, как будто Маша у нас, как вот в таком красивом наряде и с мячиком. Очень круто. Очень хорошие игрушки, мне они очень понравились. Так, давайте подведем итог. Мне попалась вот такая Маша коллекционная из серии Маша и Медведь. Вот так вот.
У нее меняются лица и наряды. И попался такой вот карандаш, который рисует. Вот так вот называется. Колесико крутится и рисуется. Такие замечательные игрушки мне попались сегодня. И всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мое видео. Всем пока! Пока-пока! Всем пока!